Ну вот вы для себя уже прикинули, что вы будете в 50 с лишним делать? Или на самом деле я очень хочу не разочароваться, я уже где-то сказал такое, не разочароваться окончательно в шоу-бизнесе, потому что, к сожалению, так много ненависти, так много зла, так много каких-то подводных течений, интриг, когда ультиматумов, которые ставят, и порой приходится делать какие-то компромиссы. Какой вот пример хоть какого-нибудь ультиматума? Ну, у меня сейчас ультиматум есть с одним из телеканалов, когда меня сказали, что я должен петь эту песню в новогоднюю ночь. Я не буду называть этот канал, но я отказался, сказал, что я не буду перепевать чужую песню, песню, которая мне не нравится, потому что я не считаю, что она у меня прозвучит хорошо. И мне сказали, что если я не спою эту песню, меня снимут со всех новогодних эфиров. Я сказал, снимайте. Меня сняли со всех новогодних эфиров, меня не увидят на определенном канале. На одном из каналов, да, потому что я, в общем-то, сказал свое веское слово, потому что мне сказали, тебя вообще не спрашивают, эта песня должна прозвучать в твоем исполнении. Либо ты поешь, либо до свидания. Я говорю, таких ультиматумов ставить не надо. Но это просто, это абсурд. Такого не может происходить, потому что не может происходить никогда. Артисту нельзя указывать, как и что ему делать в его собственном творческом пути. На мой взгляд. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».